Баф за два дня. Просто выцвел даже уже без бафа. А с какого года, кстати, рисуют в этом в Самаре примерно? Слушай, короче, я начал с 98-го. И это вторая волна. У нас чуваки с 93-го ебашили. Ничего себе. Есть команда Uniform Crew, короче. Потом Freeward Jam, какая была рэперская команда, ну они рэп читали, рисовали, там Шиповник такой чувак, он вот у него граффити вообще потянул. Шиповник с 95-го рисует. И он там знаком с Дабуги Крю, короче, был. И вот Дабуги к нам приезжали там в 97-м. И я вот в 98-м первый кусок сделал, вот он мне Шиповник потянул. А так еще были солдаты бетонной лирики, это где Капа был, который, ну понял, да, что за Капа? Вот Капа тоже в свое время рисовал. Это там 93-й года, короче. Но чуваки нормальные ебашили. Слушай, 93-й год это пока рекорд. У меня есть фотки, я тебе могу даже скинуть, короче, там, как парни, ну там, куски они там, знаешь, рисовали эмалью, там. Ну, понятное дело, чем могли, да. Баскет сюда приезжал тоже в каких-то годах, и, блядь, я еще тогда вообще не красил. Старые теги его были, там, стадия 21, короче. Есть пчелы там, типа, ну такая, короче. В Самаре, на самом деле, давно, блядь, красили, я понимаю. Вообще, даже, ну, не первая волна, там, с Гвоздем, блядь. С Гвоздем там в одно время начали красить. Я в конце 99-го начал. У меня первый кусок эмали делали. А кусок батл, короче, там такой был. Делали, типа, батл в сфере. Раз как было. 20-го года, наверное. Я сначала начал считать с 99-го, когда я первый раз банку именно взял. А потом подумал, какая нахуй. Не-не, начал заниматься все. Да. Я вообще первое время только тегл даже не рисовал. Я скетчил в школе, короче, типа. Но скетчить я вообще начал с 97-го. А вот именно на стене, да, обычно дух провинции у всех берет интервью, а теперь у них берут. Да, так что... Это замена коллаборации, короче. Так, нам. Дай вороне хлеба-то, или все. Ша! Хавай! Хавай, бро! Пожалуй, блядь, сожру ваш сыр, ёбать. Да это сыр хавай, он не сыр не стал хавай, помыло, смотри. Ты чё, моешь сыр? Ты его помыло от песка, слышь, в воде, и съела потом. Да, да. А в упор нормально, да, видно хорошо. Вот как раз отвечать будет здесь они. Вырежешь, поставишь там звуки кофе. Мяу-мяу.
Короче, я уже хочу в баню. Что это? Очень неприятно влияет. Я и покупаться не хотел. Ну что, в принципе, Самара, 27 стритов. Респект, чё. Ну, больше пока никто не делал, я тоже не делал. Приезжу в Самару. За три ночи? 40 из мобилизма, не бесит, все в шоке, но нормально. Главное теперь сейчас съебаться отсюда. Самару прокачали. Ключевое слово есть. Там жестко желтый идет. Лис не охранник. Это охраняет. Там просто переезд. Нормально у вас граффити-сцена, все равно сильная. Кусков хороших много. Да, ну много, кстати, еще уезжал из GBS, там много разъехались, там кто в Сочи, там кто в Москву. Так молодежь, кстати, полно. Ну да, но Москва все равно недалеко, да. Так что. А что за края? Гвоздя жалко не было. Что-то работает, что-то идет. Не, кореш есть, края из БРМ. Это обычный термо. Уф!
очень красиво получается. Он царит на пиру, стопа. Он царит за стеклом. Впереди привидения, хоть вырваться. Это я за долг уже начинаю. Что написано? Всё. С грибом? Завтра, завтра, да. Я уже вижу завтра. Оу, щит! Кто такие вообще? Кто такой, бля, давай, нахуй. Так, мы сворачиваем на нечего. Надо прямо. Значит, блядь, типа человек думает, что не понимает, либо не спял плохо с хуйней. Бля, фенкса много кусков по городу. Да. А вот это кто? Это Кокс, по-моему. Копс? Кокс. Кокс? Да. Они тоже бомбили. Ну тут хорошо, вот это. Типа формуха? Ну это да, формуха. Но они в таком стиле даже проб могут дать просто растянуть. Бля, смотри, как охуенно, у меня еще слюни залито. Да, есть Backwoody. Война в Самаре. Крутое место. Ну, такой вот ховчик в центре города у набережной. Прикольное место тоже, наверное, вид хороший. Надо сверить подписи, вот кусок 2007 года. То есть в центре висит кусок 2007 года, это 14 лет ему. Неплохо.
Вообще Самара очень красивый и прикольный город. Здесь прикольная архитектура. Очень много старых домов красивых, за которыми следят. Граффити вроде вписывают нормально, и нет такого, чтобы прям что-то сильно портили. Все равно пацаны отдают себе отчет, где тегают и где рисуют. Видно, что все взрослые. Ну, не все, понятное дело, но активные парни, видно, что взрослые, рисуют с умом. Поэтому это круто. Сейчас поищу где-нибудь еще куски в центре. Не, ну на памятниках тегать, это, конечно, зашквар. 100%. Фармуха, смотри. Какой-то паук, чужой кинулся на голову. А, вылезает чужой из головы? Ну, такая еще прикольная крыша. Небольшой кусок на ней. Местный парк. Старый кусок пака. Дом уже снесли, на котором он был, он висит. Год, наверное, 7-й какой-нибудь. У нас, короче, топ. Какого года, интересно? Подвыгорел на солнышке. Но место интересное. В центре города. Но сверху есть пикет милиции. И они охраняют ее, и люди. Ну, если рисуешь, люди могут вызвать, легко подойти, что здесь недалеко, и они сразу придут. В первый день мы просто зашли вечером. Искали чистое место в темноте, чтобы порисовать. Женщина с собакой сразу начала орать, что ну что, рисовать сюда пришли. Ничего не создали, только все портите. Хотя мы просто шли. Пошла вызывать. После чего пришли копы. А потом, когда рисовали здесь, опять же, копы тоже пришли. Ну, уже все дорисовали, поэтому было нормально. Прикольный кусок. 174. Старый кусок слака из Москвы. С команды НАЦ. Год, к сожалению, не подписан. Кусок уже подвыцел. Ну, здесь на солнце. Я думаю, все это быстро. Слак, жбан, маньяк. Вообще прикольное атмосферное место. Бафа на нем, я так понимаю, нет. Раз висят старые куски. Но вообще кусков немного. Хотя, наверное, бафят все равно, конечно. Ну, не красится, только если только песка струили.
зубастый кусок. Ни на одном куске не подписан год. Ну место хорошее, смотри, вообще. Это реально баб, смотри. Это что, там кто-то сделал куски на вот этом здании? Вот руфтоп ГОС, прикольненький. Там вот тоже какой-то ховчик, спортплощадка, куски, но все затонуло. Куски. Ты чем? Хоп, этаж. Я хотел бы. Но немного подутонуло все. Я, короче, написал, ну, типа, отпишитесь мне, кто это сделал. Еще один руфтопчик Клауса. Он либо слишком высокий, либо у него слишком большая веревка. Вот это место, кстати, вообще топ. Если бы не разбили стекла, и, ну вот, нормально куски посмотрелись. Сосунки сосать. Ну вообще, смотри, 2004 год. Да, прогон все, бля. Че, черный, ты не выпил? А, да. Скорее всего. Знаешь, да, не как раз четвертый образование. Это ж бан? Ага. Босс, либо. Такие вот какие-то рельсы для дворников. Такие вот куски в центре. А тут что? Там в кустах кусок. Нет, тут уже ничего нет. Прикольный руфтоп. Оп.
демон в рот ей потегал. Что там? Бег. Ну, на Павле Астахове на ебальнике не взяли. Оу, это не Павел, а Сергей Астахов. Прости, Серега. На троих там место было. Нормально, да. Я бы сделал его. Ну, надо делать. Бля, если честно, я сейчас хочу ебать. Не надо. Норм местечко. Один здесь и два там. Такой кусок на Арбате. Такой вот заборчик на Лайне в Самаре. Интересный. Умственно отстал, говорю. Там за забором тоже куски интересные. Кусок неплохой, согласен, ладно. Охуенный. Это круто. Это крупа. Круто. Крупа? Написано крупа. Стиль не про качество, я просто про тегу. Если это английские буквы, то как читается? Восьмерка, тройка крутые, да. Да, я уже украл. Похоже,
Он скажет, Беликовский, смотри. Я за Вуди не особо, за Бэтмен. Просто спать хороший. Фукси с морковочками. Керик прикольный, кстати, веселый. А, это девочка? Это... А это USM? Да. Это... Вот это там концептуально, блядь. Да, ты не видишь, даже когда басит, тоже не получится. Сколько заплатить за этот бешеный проект? Все равно выглядит интереснее, чем просто, ну... Хотя здесь у вас красивых зданий и так много. Это недавно старые, пиздатые. Просто не ухаживают. Красивый дом, а напротив, через дорогу. Утренний развод. Штук 200 копов. По мастям, по обрушкам. Похоже, мы вовремя успели вписаться в Самару и вовремя соскочить. Надо будет. Потому что сегодня какое-то слишком уж это. Вовремя соскочить с хромовой иглы. Бля, вот это пушка красота. Самара очень красивый город. Здесь чисто ухожено, за всеми вот этими домами следят, даже если деревянные дома, они все в отличном состоянии. И здесь как-то все вот в этом старом центре так скомпоновано. Прикольно, что, ну, не знаю, я получил удовольствие, гуляя по этому городу. Он как бы очень классный, и мне очень понравился. Science 2004. Черный этажок смотрится, как будто кто-то потегал. А так кусок прикольный, конечно. Обновление за день произошло. Где наши ящики валит? Есть ли где-нибудь аптека? В общем, если соберетесь куда-то ехать летом и захотите совместить хорошую погоду, отдых и граффити, то Самара как один из вариантов. Очень хороший город. Это как время, вроде бы во время войны это была запасная столица. Здесь есть посольство всех стран. Очень много старой красивой архитектуры, которая вся в надлежащем как бы виде содержится. За этим за всем здесь следят. Поэтому здесь чисто, красиво, аккуратно. И как бы прям уходишь и радуется глаз, если можно так сказать. Поэтому советую Самару как один из вариантов. Есть метро, есть электрички. Ну, понятное дело, раскладывают вдалеке от идеальных, но парни делают.